Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня распаковка, снова распаковка бокса от Марка Кауфмана. Я люблю себя до слез. В том году мне очень понравился бокс, я заказывала рождественский. В этом году их предполагается три, то есть два просто и отдельно рождественский. Оба я первый и второй уже заказала. Это было сложно, я ловила, но я поймала. Первый уже пришел, а второй будет чуть попозже. У него отправка по датам позже. Вот, соответственно, кто не знает, да, то есть Марк Кауфман, вот в этом году у него вот такой, собственно, в этом году у него вот такая промо-фото, соответственно. А в Инстаграме у него пост, да, про эти боксы именно с такой фотографией. Ссылочку на его аккаунт оставлю. Кто не знает, подписывайтесь, следите, да. В Инстаграме, в сторис он всегда, ну, он оповещает, соответственно, да, о выходе своих боксов. Если интересно, что было в прошлогоднем рождественском, по ссылочке сверху можете посмотреть. Очень классный бокс был. Все нужное, все в ходу. Максимально мне понравилось. И в этом году, соответственно, он сделал как? То есть один бокс, вот конкретно вот этот, это первый, он называется More Than Beauty, второй будет More Than Perfect, и третий, видимо, Christmas, да, уже, соответственно, рождественский. И первый и второй бокс я оплатила, первый вот уже пришел, соответственно, будем смотреть, второй ждем чуть попозже. Третий ждем анонс, пока можно будет заказать. Давайте смотреть, я уже просто, вот мне не терпится максимально. Марк обещает, что будут только полноразмеры. И в том году были только полноразмеры. Давайте смотреть. Так, пупырочка. Пупырка всегда пригождается. Так. Ой, господи. Вот добро. Давайте смотреть. Значит, первое, что я здесь вижу. Конфетный сахарный скраб для детских воспоминаний. Бренд Laboratorium, наверное, называется. Я так предполагаю. Вот так это выглядит. Синий балдежный Сальгама Ликвид. Этот скраб – настоящий помощник в борьбе с сухой обветренной кожей. Масло виноградных косточек, касторовое масло, сахар. Так, давайте посмотрим, пахнет он или нет. Он, наверное, зафольгирован, скорее всего. Да, так видно. А, нет, очень плотная вот эта вот фольгушка. Не пахнет, к сожалению, но он такой ядрёно-голубой, прикольно, конечно. Это уже готовимся к зиме, видимо, холодочек. Так, полноразмерка. О, от Романова Makeup. Sexy Smoky Eye Pencil. В оттенке фисташка. У меня один есть черный, и это у нас вот в таком оттенке, соответственно. Так, и давайте его сразу... Ух ты, блин, какой! Но это уже к Рождеству, мне кажется, готовимся. Очень красивый. Я думала, он будет более зеленый, а он такой прям как шампанское, что ли. И смотрите, какой металлический перелив. Круто, круто, круто. Так, а, я не сказала, да, за сколько я его купила. И первый, и второй бокс стоят 5500 и плюс 300 рублей доставка по Москве, по регионам что-то чуть подороже. Вот, соответственно... Давайте посмотрим, да, насколько все это окупится. Я отдельно, как всегда... Все, посчитаю вам, да, картиночки буду вставлять, каждый продукт, сколько стоит, да, и на выходе посмотрим, да, насколько выгодный был бокс. Дальше. Бренд G-Love, Express Beauty, это у нас ночная маска, Face Sleeping Mask, мята и авокадо, питание и увлажнение. В прошлом боксе он клал его легендарную из этой же серии, от этого же бренда, огуречную маску, маска... Пушка просто вот такая. Вот, здесь уже немножко другой вариант, но я думаю, что тоже будет очень прикольно. Та больше, она именно вот на утро как раз, да, то есть вот когда вот отечность вот эту подсобрать и лицо вот так перед макияжем, да, привести в порядок. Вот, это уже ночной вариант, но тоже интересно. То есть это полный размер, здесь он просто в сашетках идет, 8 штук по, соответственно, 6 мл. Здесь одного саше где-то мне раза на 2, наверное, хватает, то есть выгодно получается. Дальше. Гарниер гиалуроновый алоэ тоник. Вот это я, кстати, не пробовала. Из этой серии только гель, мне кажется, для лица, а тоник нет. Пахнет нейтрально, просто свежестью какой-то. То есть ничего особенного. Вот. Но, кстати, я не пробовала. Тоники всегда в ходу. В общем, посмотрим тоже, как это будет работать. Интересно.
Дальше. Коллаген. Про коллаген, кстати, Кауфман часто тоже говорит. То, что он и сам принимает. И здесь он положил как раз вот на 60 таблеток. Рыбный коллаген, пептиды и витамин С. В общем, вот такая добавочка. Вот, то, что с витамином С, это вообще, в принципе, в сезон простуд тоже очень неплохо. Вот, ну и коллаген организму тоже не лишний. Дальше, Secret Skin. Это, я так предполагаю, у нас Корея, да. Это маска, я что-то думала, крем. Это, Bubble Clay маска, пузырьковая маска, видать, от черных точек, судя по всему. Давайте баночку посмотрим. Да, ну, банка формата, как Елизавека была, да, со свинюшкой, да, стандартная маска. Посмотрим, сколько это все стоит. Интересно, потому что, ну, Елизавека, сколько она там, да, в районе рублей 800-900 стоит. Ну, в зависимости от сайтов, акций и так далее. Интересно, сколько это и как это будет работать в сравнении с Елизавекой. Дальше. Мезороллер для лица от Stellary. Длина игл 1 мм. Ну, для домашнего использования, для индивидуального домашнего использования, да, то есть с мамой, с сестрами не делимся, да, и с мужем тоже, то есть только индивидуально. Попробуем. Как бы мезороллер это вообще очень приятная штука, и в косметологии многие его используют. Раньше меня мои пациентки тоже просили как-то мезороллер, но я как-то не сильно люблю с ним работать на самом деле. Для дома мне это больше нравится. Как-то все-таки для в условиях кабинета мне больше нравится все-таки просто инъекции делать людям. Так. Это Eco Pets. Я так предполагаю, что это сайхерба, потому что у нас этого нет. Я не видела, по крайней мере, в продаже. Это многоразовые очищающие эко-диски для снятия макияжа. То есть то, что это пропитываем там мицелляркой, типа, да, смываем. И вот это можно стирать, соответственно, потом. Здесь их 3 штучки. То есть, я так предполагаю, что они сайхерба, потому что там таких штук, они часто продаются. Мне, кстати, да, с одной стороны розовые, с другой белые. По ощущениям... Ну, кстати, немножко отличается, да, по ощущениям разные стороны. Ну, кстати, это приятно. Почему нет, как говорится. Я такими штуками никогда не пользовалась, но почему нет? Дальше. От Эволют. Маска-бустер. Тоже в прошлом боксе у него была с Центеллой. Умывалка-маска. С Центеллой азиатской. Здесь она с коллоидным серебром, таурином, салициловой кислотой и пантенолом. Маска буст для умывания серии Тонус. Такая. Интересно. Дальше. Sensation Cosmetics. Это у нас что? Регенерирующий концентрат. Ага, сыворотка, соответственно. Тоже полноразмерка, 30 мл. Давайте посмотрим, как это выглядит. Тяжеленный флакон. Кстати, очень красивый. Прям дорого-богато. В прошлом рождественском боксе был крем от Sensation, и он на ночь, я думала, он будет жирнющий максимально, даже для моей кожи не самый сухой, мягко говоря, зашел просто вообще на зиму. Во, я его, кстати, не добила, буду зимой добивать, и сыворотка тоже лишним не будет. Дальше, Ифраше. Это у нас что? Мягкий крем для душа с гамомелисом для чувствительной кожи против сухости. Вот такая штучка. У меня с точки зрения сухости тела особо таких сложностей нету. И думаю, что вот это я, наверное, отдам на подарок, потому что есть кому. Вот, то есть для меня это не настолько принципиально, да, именно с точки зрения вот таких средств, да, прям кремовых, муссовых. Вот, но есть люди, кому принципиально, и мне приятно будет это подарить. Потому что вообще вот эти штуки у Ифраше, которые для сухой кожи, у них несмываемые бальзамы для тела, есть там с маслом ши, что-то такое, то есть отличные. Поэтому я думаю, что вот это мне человечку очень понравится. Так, блеск для губ, Vivienne Sabon в оттенке 01. А мне надо посмотреть, я вам в одном из видео из последних достаточно мою поменяшку с Настей Зарецкой, можете по ссылочке посмотреть. Она мне клала вот блеск, но я не помню, в таком оттенке или нет. Надо посмотреть. Если это будет повторюшка, то я вот это даже открывать не буду. И тоже его просто подарю, потому что, ну, как бы два в одинаковом цвете мне не нужно. Вот, то есть, но это опять же, да, это уже прям максимально-максимально Новый год, да. То есть, прям супер.
кстати говоря, как Марк, да, собственно, спозиционировал эти боксы, то, что то, что в них и там есть и уход, и декоративка. Ухода больше, так как на него больше спрос, и они как бы просто дополняют друг друга эти боксы. То есть можно взять по одному, да, можно взять оба. Но я, конечно же, хапнула оба, почему нет, собственно. Так, еще декоративка. Это у нас Stellary скульптурирующая палетка в оттенке 2. Именно для контуринга. Да, скульптор, матовый бронзер и пудра для бейкинга. Вот так это выглядит. У меня была трёшка, вот где-то она есть, кремовая, правда, именно от Stellary, такая же, да, там румяна, скульптор кремовый и кремовый хайлайтер. Классная палетка, при том, что я не сильно люблю кремовые текстуры. Вот это, кстати, интересная тема, оттенки достаточно светлые. Опять же, да, бронзер, несмотря на то, что, ну, как бы видно, да, что скульптор — это бронзер, он не рыжий и не желтый, не желтушный, не кирпичный какой-то там, да. То есть даже для Белоснежки я думаю, что это подойдет, потому что я не вижу какой-то вот прям явной рыжины и теплоты здесь. То есть это очень достаточно нейтральный бронзер, да, холодный скульптор, при этом, собственно, на зиму очень неплохо. То есть как бюджетный вариант Stellary, почему нет? Дальше, NYX Lingerie, это что? Жидкая помада XXL, ничего себе, убегает. Блин, а я эти помады, я их, мне кажется, даже не пробовала, я их даже в таких упаковках-то не видела. Что-то я, походу, пропустила, давайте посмотрим, интересно. Так, наверное, будет холодный нюд какой-нибудь, давайте поглянем. Ой, нет, это не нюд. Так. Да, ну это, конечно, темно достаточно на совсем осень-зиму. Но надо попробовать, посмотрим сейчас, как она застынет, интересно. Но с точки зрения класть такой цвет в коробку, наверное, немножко рискованно, потому что, ну, то есть это не нюд все-таки, да, и далеко, ну, то есть это не универсальный продукт, скажем так. Так, ой, а у нас еще два продукта. Так, Элиан. Это у нас подводка для глаз водостойкая. Опять же, дело к зиме, да? Оттенок, да? 01 Black. Вот так она выглядит, соответственно. Очень так все стильненько, все здорово. Маркер, да, то есть здесь это не кисточка. Но рисует тонко, можно потолще, но даже вот так видно, что тоненько рисует. Отлично, здорово, попробуем. Так, дальше, последняя. О, еще Романова. Это у нас тоже Sexy Smoky Eye Pencil в оттенке Golden Apple. А, кстати, давайте посмотрим, я сейчас гляну, второй карандаш в мини-версии, получается, был, да, как половинка, как travel формат, но у них вот в таком формате продается у нее, насколько я помню, на сайте в мини-версии эти карандаши, то есть это можно купить, поэтому это считаем тоже как за полный размер. Так, золотое яблоко, соответственно, да, судя по всему. Давайте посмотрим, да, обожаю металлики вот эти, ой, очень красивый цвет, обожаю, 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 смотрите, красивый на осень, зеленое что-то такое с золотом и немножко как будто даже дуохроме, то есть вот этот совсем металлический, да, этот уже не такой, но все равно очень красивый. Вообще, блин, от Романовой продукты, конечно, класс, то есть у меня... Два стика в помадке. Две помадки в стике. Карандаш как раз черный, вот из этой же серии, да, как раз Sexy Smoky Eye Pencil. Все мне очень нравится, то есть прям максимально. Так, здесь вкладочка у нас от Urban Formula от коллагена. Так. А, кстати, они на Озоне есть, и в Вераптеке есть. Так, ну и то, что... как раз непосредственно, да, от Кауфмана вкладыш. В ваших руках бокс «Я люблю себя до слез» Morzen Beauty.
У нас бьюти сейчас. Он собран с любовью для вашей любви к себе. По QR-коду вы найдете секретное видео о наполнении бокса. Наведите камеру телефона на код и перейдите по всплывающей ссылке. Так, красивым кажется все, на что смотришь с любовью. Ну, в общем, да, то есть у Марка такая политика, да, что нужно себя любить, ни в чем себе не отказывать. То есть здесь у нас получается по факту, да, то есть как сказал, так и есть, полноразмеры, полноразмеры. Теперь я ухожу считать, и на выходе решим, собственно, насколько это было выгодно. Итак, я все посчитала. У нас получилось за все 13 070 рублей. Понятно, что сумма может плавать в зависимости от магазина, от акции, да, то есть где-то что-то на скидках, не на скидках. Но, соответственно, как и в том году, самый дорогой продукт в коробке, который, ну, больше половины закрывает стоимости самого бокса, да, это сыворотка от Sensation. А, потому что, как и в прошлом году, был крем, и он тоже стоил порядка 3,5 тысячи рублей. На сайте цена $49. Ну, вот по нынешнему курсу, да, я перевела. Это плюс-минус, там, 3 с полтом. И сейчас, соответственно, так же, да, то есть коробка стоила 5500, 3,5 только одна сыворотка. Ну, как бы... Выгода очевидна, я считаю, потому что, ну, то есть это больше, чем половина, да, потому что, получается, 5800 я отдала, это у нас 10-11600, это половина, а у нас и еще больше, чем половина мы выгодили, да, больше, чем 50%. Поэтому, как и в том году, максимально я довольна, то есть отличная коробка, я очень рада, что смогла ее ухватить. Ухватила и вторую, осталось, что она до меня доехала, и буду ловить третью. Ссылочки на все продукты, как всегда, оставлю в описании. Можете посмотреть, ознакомиться также с ценами, с акциями, да, если что-то приглянулось, заказать. Подписывайтесь также, да, на инстаграм Кауфмана Марка, да, отслеживайте, если интересны боксы, потому что это надо хватать, расхватываются это все очень быстро, поэтому не зеваем. Все, заканчиваю болтать, потому что я тут в таком восторге, вся в этих коробках. Очень мне все это нравится. Вот, поэтому заканчиваю. Очень довольна боксом. Жду второй. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.